Карта дня 27 февраля, воскресенье. Три варианта, выбирайте. Первый вариант. Карта аисты. Карта всегда сулит благоприятные перемены, движения. Это может быть полное изменение вашей жизненной ситуации. Карта символизирует появление в вашей жизни или в окружении нового значительного обстоятельства или человека. Также это может быть смена работы или смена места жительства, дальние путешествия, перелеты, связанные с работой, бизнесом, обучением, или поездка в отпуск, иммиграция, знакомство, или может быть дополнительный доход. Карта всегда подразумевает все новое или обновленное. Кому-то аист предвещает беременность, рождение, усыновление или новые виды деятельности, новые проекты, улучшение, продвижение, обновление и развитие. Второй вариант. Карта якорь. Ну, якорь у нас всегда символизирует стабильность, будь то в работе, в отношениях. То есть карта сулит наступление спокойных времен. Якорь – это карта надежды. Она символизирует осуществление желаний, достижение цели, долгожданный приезд, прибытие в пункт назначения. Она придает нам смелости и призывает нас держаться избранного курса, проявлять упорство и противостоять любым трудностям. Якорь обещает вам долговременный период спокойствия. Но если вы сегодня хотите что-то начинать, карта советует вам взвесить все «за» и «против», чтобы не нарушить вот этой стабильности в вашей жизни. Третий вариант. Да, лиса у нас в последнее время очень часто выпадает. Но это карта работы и занятости. Несмотря на то, что в воскресенье, кто-то сегодня может быть трудится. Карта всегда ассоциируется с необходимостью сводить концы с концами, с чувством долга, ответственности перед семьей и необходимость находить источники дохода. Но если она не касается работы, то ее появление всегда предупреждает о неком обмане, ловушке или попытке манипуляций. Будьте сегодня очень бдительны в отношении людей, которые вас окружают, потому что вас могут обмануть. А может быть, еще кто-то пытается от вас сегодня утаить ценную информацию. Хорошего вам дня!